Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. В этом видео я хочу научить вас вязать шнурок. Я буду вязать из шнура. У меня полиэфирный шнур от пряжи Центр. Это карамель. Этот шнур можно вязать из чего угодно. Из трикотажной пряжи, из шнура. И также для этого шнура мне потребуется два крючка одинакового номера. У меня это номер 5. Беру первый крючок и шнур. Делаю виток. И делаю воздушную петлю. Но при этом я придерживаю вот эту перемычку пальцем. Вставляю в нее второй крючок. Меняю крючки в руках. И теперь вторым крючком опять подхватываю рабочую нить. И делаю снова воздушную петлю. Снова меняю крючки в руках. Дальше вставляю крючок, вот этот я буду называть его серым, в петлю, которая у меня была на предыдущем шаге. И тогда у меня на крючке две петли. Я провязываю их вместе рабочей ниткой. Меняю крючки в руках. Снова вставляю крючок, на этот раз золотой, в петлю, которая была у меня на предыдущем шаге. Подхватываю рабочую нить и снова делаю воздушную петлю. Меняю крючки в руках. Опять серым крючком подхватываю петлю, которая была на предыдущем шаге. Подхватываю рабочую нить и делаю воздушную петлю. Меняю крючки в руках. В петлю предыдущего шага подхватываю рабочую нить. И делаю воздушную петлю. Ну и продолжаю так вязать на нужную мне длину. Ну и давайте я закрою эти петли, просто вытаскиваю нить через одну петлю, поворачиваю, опять вставляю крючок в предыдущую петлю, подхватываю нить и снова ее вытаскиваю. Здесь все хорошо затягиваю. Хвостик вставляю в иголку. А иголку в центр жгута. Вставляю в жгут колечко. Колечки у меня разъемные,
проделываю все то же самое с противоположной стороны. И вот такая ручка у меня получается.